2007 году история BioShock открылась сценой в салоне самолета, летящего над Атлантическим океаном. Спустя 7 лет все закончилось в этом же самолете. Очевидно, эта сцена и есть точка разрыва того самого круга, о котором поется в старой христианской песне, отрывком прозвучавшей в заключительной игре серии BioShock Infinite, вышедшей в прошлом году. Уследить за сюжетной путаницей BioShock под силу далеко не каждому. Достаточно сказать, что многих игра отпугнула, будучи шутером от первого лица. Примерно по той же причине гений Кена Левина прошел мимо многих людей, вообще далеких от игр. Для всех этих несчастных мы решили рассказать эту без преувеличения выдающуюся историю. Разумеется, в деталях. Детали здесь решают все. Details elude me now. But the details wouldn't change a goddamn thing. Отметим также, что основные события BioShock разворачиваются в первой и третьей играх трилогии. Вторая часть является отдельной игрой, не менее гениальной, но почти не влияющей на сюжетную канву. Зато там много можно узнать об устройстве местной вселенной. Тем не менее, о ней как-нибудь в другой раз. В 1960 году молодой человек по имени Джек летел из Англии в Сан-Франциско. В ручной клади у него была коробка, подписанная его фиктивными родителями. «Будь любезен, не открывай, пока не окажешься в таком-то месте». Нужная точка была отмечена в послании географическими координатами. Подчиняясь приказу, Джек вскрывает упаковку и обнаруживает в коробке пистолет и еще одну записку. На этот раз с просьбой захватить самолет и обрушить его в воды Атлантики. Обратите внимание, что каждый раз при необходимости сделать что-то конкретное, к герою с нарочитой вежливостью обращаются через фразу «будь любезен» — «would you kindly». Would you kindly? Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Игроку все эти детали изначально недоступны. Как и герой, он не обращает внимания на такую мелочь, как форма обращения, которая в итоге оказывается ключевым элементом всей игры. Сцена захвата самолета остается за кадром, и прямым текстом о ней говорится сильно позже. Сама же игра фактически начинается с того, что Джек понимает, он единственный выживший в этой катастрофе, и все, что он может сделать, доплыть до маяка, так кстати оказавшегося в пределах 20 метров от места крушения. В маяке, как немедленно выясняется, никто не живет и никогда не жил. Маяк — единственное средство сообщения с поверхностью для подводного города под названием «Восторг», раскинувшего свои ретро-футуристические сияющие неоном небоскребы на дне Атлантического океана. Город построил магнат Эндрю Райан, в год революции бежавший из России, обосновавшийся в США и заручившийся поддержкой нескольких передовых ученых самых разных профессий. Как был построен город на дне океана – отдельная история, самая важная веха которой – открытие вещества под названием «Адам». Выяснилось, что моллюски, обитающие на дне океана в окрестностях города, выделяют особое вещество, предположительно представляющее собой стволовые клетки в чистом виде. Это открытие полностью изменило облик Восторга и его инфраструктуру. Эндрю Райан, занимаясь постройкой Восторга, руководствовался простой мыслью – в город попадают только лучшие. Люди, реализацию талантов которых тормозит существующий в их стране государственный строй. Восторг лишал творцов, ученых, врачей и инженеров рамок морали, цензуры и финансов и предоставлял площадку для безграничного развития. С появлением Адама это развитие резко ускорилось. Награжденные способностями, недоступными простым смертным, обитатели Восторга немедленно начали сходить с ума, одержимые зависимостью от обнаруженной чудо-сыворотки. Параллельно с этим развивался соперник Эндрю Райана, магнат Фрэнк Фонтейн, открывший городу доступ к высоким по меркам того времени технологиям. Жажда Фонтейна к монополии и стремительное развитие его бизнеса Fontaine Futuristics в итоге привели к открытому конфликту с Райаном и гражданской войне. В результате город превратился в руины, полные загадок и вопросов. Именно в таком состоянии и находит его главный герой первой части BioShock. От былого величия тут остались только так называемые «большие папочки» — вооруженные водолазы, охраняющие странных маленьких девочек, которые собирают Адам из трупов сумасшедших обитателей некогда прекрасного города. That's a child down there. Don't be fooled. She's a little sister now. Безвольно повинуясь вложенной в него программе, Джек следует командам своего поводыря, некоего Атласа, мужчины, представившегося пострадавшим от репрессий тирана подводного Восторга Эндрю Райана.
В самом начале игры Атлас спасает герою жизнь, помогает освоиться в восторге и просит найти его семью, по рации указывая, куда идти и что делать, подозрительно оперируя ключевой фразой «Будь любезен». В финале и только в финале выясняется, что неброская реплика, рефреном прошедшая через все время игры, была главным рычагом управления героем. Sit, would you kindly? Stand, would you kindly? Кен Левин, руководитель студии Irrational Games и ведущий сценарист проекта, убил тем самым сразу двух зайцев. Заставил игрока почувствовать себя круглым идиотом, под носом у которого творились страшные дела. И заодно ликвидировал и аккуратно высмеял главное клише шутеров от первого лица. «Зачем я туда иду? Почему мне в ту дверь, а не в эту? Почему бы не сесть в батискаф и не уплыть обратно на материк, где безопасно? Почему этому человеку я доверяю, а этого считаю злодеем? Потому что будьте любезны». Поняв, что он лишь марионетка в руках заговорщиков, преследующих собственные цели, Джек также узнает, кто он на самом деле. Рожденный в восторге от одной из любовниц Эндрю Райана, стриптизерши Жасмин Джолин, он был выкуплен исследовательницей Адама Бриджит Тененбаум, выращен искусственным образом под присмотром доктора Сучонга и отправлен на поверхность в качестве запасного плана Фрэнка Фонтейна. Последний, инсценировав свою смерть на пороге гражданской войны, из индустриального магната, презираемого толпой, перевоплотился в народного героя Атласа, за которым готовы были следовать многие. В какой-то момент Атлас заполучил туз в рукаве, ключевую фразу «Would you kindly», разработанную тем же доктором, что вырастил Джека. Именно эта фраза и позволила вернуть Джека в восторг и манипулировать игроком. А этот туз ему принесла Элизабет, та самая девушка из вступления к этому видео, главная героиня BioShock Infinite и, как выясняется в самом финале трилогии, фактически ключевая фигура всего изысканного мира BioShock. Откуда она взялась и как связаны события двух игр — отдельный разговор. Who are you? My name is DeWitt. I'm a friend. The fire is wild. Are you real? I'm real enough. My rage is free. He's coming. You've got to go. Why? You don't want to be here when he gets it. Происходящее в BioShock Infinite, формально третьей игры в серии, разворачивается вокруг теории многомерности Вселенной, квантовой физики, путешествий во времени и, главное, последствий решений, принятых человеком. Событий, которые невозможно изменить, и предположений, что было бы, если... Oh, shit! What is that? It's a tear. I used to open them all the time in my tower. What is a tear? It's like a window. A window to another world. Итак, в 1874 году родился Букер Дэвид. Роль этого персонажа предлагается взять на себя игроку. В 1890 году он принимает участие в бойне на ручье Wounded Knee, в ходе которой было убито около 200 индейцев, включая женщин и детей. После этого события Букер слегка едет головой, и дальше история начинает двоиться. Раскаявшись в своих деяниях, Дэвид принимает баптизм и, а теперь внимание, в одной вселенной проходит обряд крещения, принимая имя Захария Гейл Комсток, а в другой в последний момент отказывается от жизни во Христе. Первый Дэвид становится частным детективом, у него рождается дочь Анна, мать которой умирает при родах. Второй Дэвид, который теперь Комсток, пробивается в Конгресс США и вдохновляет его на финансирование дерзкого проекта — летающего города, который по задумке Комстока должен стать вторым Ноевым Ковчегом. Игрок попадает в уже построенный и процветающий летучий город Колумбию, вдохновленный идеями отцов-основателей США и христианскими ценностями. В роли первого Дэвида, частного детектива-пропоицы, который вроде как кому-то сильно задолжал, и в виде сатисфакции вынужден вернуть своему кредитору некую девушку. Bring us the girl and wipe away the debt. That was the deal. Важная деталь, на которую мало кто обращает внимание при первом прохождении, диалог двух людей, сидящих вместе с Дэвидом в лодке. Они спорят о том, кто должен грести, и как бы вскользь бросают, что герой, то есть вы, никогда не гребет, явно намекая на то, что везут Дэвида к маяку не первый раз. Маяк поначалу тоже кажется лишь символом, прямой отсылкой к первой части BioShock, но на деле все оказывается куда интереснее.
После шокирующей своей красотой катапультации Дэвид попадает в невероятно светлый и жизнерадостный город. Настоящую утопию, идеальную Америку в вакууме. Первый час по городу можно просто гулять, зайти на ярмарку, принять участие в розыгрышах, и тут же в глаза бросится несколько деталей. В частности, по всему городу развешаны плакаты со странной пропагандой. Создатели Колумбии в статуе, расположенной в центре городской композиции, пытаются уберечь некоего Агнца от лжепророка, узнать которого, в частности, можно по метке на руке. Дэвид с удивлением обнаруживает у себя на руке именно эту метку, но все еще не понимает самого главного. Лжепророком в этом городе называют именно его. К его приходу здесь готовились, его ждут. Обратим внимание на детали. К букеру подбегает мальчуган и передает записку, в которой сказано: «Что бы ни случилось, не выбирай номер 77». Через минуту на лотерее букеру, разумеется, выпадает номер 77. Неужели кто-то предвидел его неудачу? Незадолго до этого игрок снова встречает двух элегантно одетых людей, тех же, которые везли его в лодке к маяку. Они подбрасывают монетку между собой, выясняя, орел ли выпадет букеру или решка. I never find that as satisfying as I'd imagined. Chin up, there's always next time. I suppose there is. Букеру выпадает решка. Один из собеседников перечеркивает на доске, висящей на шее напарника, очередную засечку и приговаривает: «Всегда решка». Так происходит эпизодическое знакомство с Робертом и Розалиндой Лютесами, физиками-близнецами, которые на самом деле, как и Комсток с Букером, один и тот же человек из двух параллельных вселенных. Именно Лютесы заварили эту кашу с расслоением реальности и пересечением одних и тех же людей в разном времени, пространстве, эпохах и обстоятельствах. Если вовремя поставить игру на паузу, можно обратить внимание, что это 123-я попытка физиков угадать орла в руке Букера Дэвита. Встречи с Лютесами в Bioshock Infinite также имеют особое значение не только относительно сюжета. Каждый раз они дают игроку право выбора, который на самом деле ничего не значит. Тем самым создатели Bioshock высмеивают еще одно игровое клише — возможность выбора, дающая игроку, как правило, мнимую свободу действия. Через какое-то время Букер находит искомую девушку по имени Элизабет. Та взаперти много лет увлекалась книгами и экспериментами с перемещением во времени, отчасти вдохновленными прочитанным. Спасая ее из своеобразной тюрьмы, Букер узнает, что Элизабет — дочь Комстока, и сам Комсток начинает плавно намекать на дальнейшее развитие событий. Постепенно все складывается воедино. Физики-экспериментаторы, контролируемые дыры в пространственно-временном континууме, лже-пророк, фальшивая радужная обложка небесного города и даже наперсток на мизинце Элизабет. Где-то в промежутках между пыльной и громкой стрельбой перед Букером открывается правда. Приняв баптизм и построив Колумбию, Букер, теперь уже Комсток, в своей вселенной страдал от бесплодия. Заручившись поддержкой физиков-лютесов, в одной из параллельных вселенных Комсток нашел другого себя — Букера Дэвита, ставшего частным детективом, увлекшегося азартными играми и алкоголем, и предложил ему продать новорожденную дочь. На пороге пространственного временного разрыва Дэвид в последний момент решает не отпускать дочь. В итоге разрыв захлопывается, и девочка оказывается по ту сторону, оставив отцу лишь маленький кусочек своего мизинца. Здесь же становится понятно, почему игра носит подзаголовок «Infinite». Букер, Элизабет, Комсток и физики оказались внутри сказки с плохим финалом, конца и края которой не видно. Букер раз за разом пытается исправить ошибки былых времен, но у него ничего не получается. Единственный способ предотвратить все эти события — убить самого Букера, тем самым исключив из летописи мироздания и Комстока, и проданную дочь, и воздушный город, и бесчисленные кровопролития, участниками которых герои становятся на протяжении всей игры. He's Booker DeWitt. No. I'm both. Казалось, в Infinite все вопросы были закрыты. История получила заслуженный финал, но осталась одна деталь. А в заключении Bioshock Infinite Элизабет приводит Букера в восторг. Тот самый подводный город из оригинальной игры 2007 года.
Никакой связи между этими играми, казалось бы, нет. Как минимум потому, что события находятся на существенном хронологическом расстоянии друг от друга. Тем не менее, связь нашлась. Настоящий финал истории припасен в дополнении для Bioshock Infinite под названием Burial at Sea. Первый эпизод Burial at Sea начинается странно. Букер Дэвид сидит в кресле частного детектива, будто бы реализовавшись на поприще сыска. В качестве клиента к нему приходит Элизабет, но сцена строится таким образом, что становится ясно. Она знает, кто перед ним, а он не знает о ней ничего. Элизабет. You can call me Elizabeth. Дверь открывается, и выясняется, что герои снова в восторге, городе на дне океана, в котором на момент событий дополнения все хорошо и спокойно. Роскошный ресторан, женщины в шикарных вечерних платьях. Таким, очевидно, и видел себе город своей мечты Эндрю Райан. Абстрактное задание по поиску пропавшего ребенка все выворачивает наизнанку. По ходу повествования Букера навещают странные видения, будто бы флешбеки, природу которых объяснить не может ни он, ни Элизабет. В финале все сводится к тому, что Элизабет намеренно тащила Букера в ловушку, а тот оказалось вовсе не Букер, а лишь его очередное воплощение, причем из реальности Комстока. В одном из вариантов развития событий история с продажей Элизабет, тогда еще Анны, Захарии Комстоку, кончилась еще более трагично. При закрытии пространственно-временной дыры малышке отрезала не мизинец, а голову. Потеряв самообладание, Комсток, построивший Колумбию, попросил физиков-лютесов перенести его в то место, где призраки прошлого не будут его преследовать, и стереть ему память. Так он и оказался в восторге среди других членов этого закрытого сообщества. В финале первого эпизода Burial at Sea последний Комсток оказывается найден и убит, и казалось бы, на этом историю точно можно сворачивать, но авторам, к счастью, этого показалось мало, и они решили пойти до конца. Второй эпизод Burial at Sea предлагает играть за Элизабет. Все начинается там же, где закончилось, на месте убийства последнего Комстока. Атлас и его подопечные пытаются вытащить из вентиляционной шахты девочку, которую Элизабет оперировала в ходе обмана Комстока. Чтобы спасти малышку, Элизабет говорит бандитам, что способна им помочь. Принести некий туз в рукаве, разработанный ученым Сучонгом, развязав Атласу руки в едва начавшейся гражданской войне с силами Эндрю Райана. Хронологически, события второго эпизода Burial at Sea разворачиваются накануне старта первой части Bioshock. Здесь объясняется многое, и логически игра закрывает ряд серьезных вопросов к сценарию. Спустя минуту после начала Элизабет находит свой собственный труп, обнаруживает, что мизинец у нее на месте, зато больше нет способностей к разрыву пространства и времени. Как говорит она сама, во втором эпизоде Burial at Sea мы играем за Элизабет в суперпозиции. Она жива и мертва одновременно, и никто, кроме физиков-лютесов, которые всю игру где-то пропадают, не может установить ее истинное состояние. Атлас верит ей на слово, и Элизабет отправляется на свое задание, даже не зная истинных мотивов, ведомая Букером по рации, который вполне возможно не более чем голос у нее в голове. Из разных дневников, найденных в процессе прохождения, выясняется много интересного. Например, что Сучонг исследовал разрывы в пространстве времени после первого появления Элизабет в восторге в 1959 году, когда она явилась убить Комстока, замаскированного под частного детектива. Исследования привели к связи с Финком, магнатом из воздушной Колумбии, жившим за много лет до основания восторга. Финк позаимствовал из будущего дизайн Большого Папочки. Ученые вместе экспериментировали на тему технологии импринтинга для привязывания огромного летающего стража Соловья к Элизабет и Больших Папочек к добытчицам-сестричкам. Из восторга же в Колумбию попали и мутагены, дающие людям суперспособности. В финале, на этот раз настоящем, Элизабет находит туз в рукаве, супероружие, созданное Сучонгом. Им оказывается записка с зашифрованной фразой, чтобы вы думали, будь любезен. Передавая записку Атласу, который уже заранее начал праздновать свою победу, Элизабет бросает, ты думал, я дура, Атлас, но нет, дурак здесь ты. Атлас бьет Элизабет гаечным ключом и бежит заниматься своими делами. Умирая, Элизабет видит будущее. Джек, обрушившийся на затопленный город с небес, рушит планы Атласа и освобождает всех детей, порабощенных городом Утопией.
Со спокойной улыбкой на лице умирает и Элизабет. Ее роль в этой пьесе сыграна. Дальше все пойдет своим чередом. История BioShock закончена. Возможно, не так, как кому-то этого хотелось бы. Возможно, слишком многословно. Тем не менее, это одна из самых глубоких, смелых и целостных историй, которые когда-либо знали видеоигры. Надеемся, что помогли вам разобраться с путаницей, возникшей по итогам прохождения. Если нет, советуем обратиться к источнику и пройти первую часть BioShock еще раз. Имея на руках все факты, смотреть на эту игру становится еще интереснее. Увидимся. You can picture happy gatherings round the fireside long ago. And you think of tearful partings when they left you here below. Will the circle be unbroken by and by, by and by? Is a better home awaiting in the sky?